Деловой и кинотуризм могут стать главными направлениями привлечения иностранных путешественников в Петербург. Сейчас из 8 миллионов гостей северной столицы 1,5 участники форумов, дипломаты и бизнесмены. Эту цифру можно и нужно увеличивать. Тезис первый – это MICE-туризм, вот как приоритет. Мы должны везде его обозначить и двигать. Мало приезжает людей, которые формируют повестку дня сегодняшнего. И надо, чтобы ездили не просто туристы за впечатлением, а чтобы приезжали вот MICE-туристы за впечатлением и контактами. Кинотуризм в мире становится все популярнее. Путешественники приезжают на места съемок любимых фильмов и сериалов. В Петербурге это направление также будут развивать. Обсуждали интересную, популярную и, наверное, трендовую нишу, которую мы сегодня привносим в Санкт-Петербург. Это кинотуризм, как киномаршруты и киноиндустрия, в общем и целом, влияет на продвижение, да, туристского продукта. И, в общем и целом, говорим о том, что в городе уже сегодня развивается движение в поддержку создания кинокомиссии, тем более, что это актуально, поскольку Синепозиум будет проходить, это большой конгресс, 150 больших продюсерских компаний, включая Netflix, HBO, кинокомпания 21 Century Fox, все приедут в Санкт-Петербург обсуждать именно как раз с туристской точки зрения, что такое киномаршруты. Конгресс пройдет в северной столице уже осенью. Синепозиум даст возможность представить потенциал города киностудиям.